Всем привет, с вами Зонг. Мы уже прошли довольно большую часть кампании, осталось в принципе не так много, но самое интересное, как всегда, в конце, ведь правда. Следующее название миссии – Ночной Бриз. По данным федеральной разведки, объект Шабор-3, был еще Шабор-2 и 1, видимо, контакт с которым был потерян в районе города Новая Вавон, был захвачен противником и в настоящий момент находится на исследовательском полигоне рядом с летающей лабораторией противника. Охрана осуществляет значительными силами. Этой ночью авианосец из состава Виктор скрытно выдвинулся в сектор для проведения налета на испытательный полигон. Полетный план. Тот самый объект, который мы эвакуировали в прошлой миссии. Шабор. Это такой вот шагающий робот. Хотя тут, видимо, есть кабина, значит, некая такая шагающая боевая машина. Иначе говоря, что-то подобие меха. Хотя и не совсем он. Полетное задание в составе одного истребителя – произвести взлет, следуя указанным бортовой навигационной системе, прибыть на исходные позиции, и звено Браво несет отвлекающий удар по базе, полученный приказ уничтожить Шабор-3 и немедленно вернуться на базу. У вас будет не более минуты на то, чтобы уничтожить цель. Вот этот лайтинг BFF-4. Конечно, в характеристиках неплох, но, блин, какой-то летающий корыца. Вот дизайн мне его вообще не нравится. Отвратителен. Альфа, разрешите взлет. Альфа-1, взлет разрешаю. Второй подряд миссии ночью. Видимо, вот она, эта ферма. Это Браво. Вижу цель. Боевое построение. Начинаем атаку. Пошумим немного, парни. Это флот Виктор. Альфа, приготовиться. Удар по моей команде. Ух, темень-то какая. Страшно. Ребята, уходим! Виктор, мы закончили шуметь! Это флот Виктор. Понял,
одна минута на все. Я Воль. Ухожу. Счет того, как они что-то сообразили. Это Альфа. Разрешите посадку. Альфа-1. Посадку разрешаю. Посылаю вас на это сложное задание, я не сомневался в вашем успехе, и вы оправдали мою уверенность. Мгновенным броском прорваться к хорошо защищенной вражеской базе, нанести прицельный точечный удар и скрыться, избежав боя с переходящими силами противника. Все было проделано мастерски, не припомяну упомянуть об этом завтра на докладе в штабе, благо есть что докладывать. Адъютанту, к завтрашнему дню подготовить мой парадный китель и найдите новую фуражку взамен той, которую я в сердцах запустил в нерадивого истребителя, снесшего на взлете ограждение палубы. Командира Романа Фаер Касаева. Или Касева. На сегодня это все. Всем пока.